22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, актеры Владимирского театра драмы сыграли спектакль «Молодая гвардия» на Театральной площади города. Несмотря на плохую погоду, мероприятие собрало больше 1000 жителей Владимира. На представлении была и губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Спектакль впервые был поставлен в 2015 году к 70-летию Великой Победы, а спустя 2 года родился проект «Молодая гвардия шагает по стране». Актеры Владимирского театра уже сыграли трагедию в Севастополе, Луганске и Белгороде. Мы приняли решение выйти на улицу, пригласить людей, чтобы они по зову сердца пришли сегодня в этот день, в этот час, именно 22 июня, почтили память минуты молчания все вместе здесь, отстояв на спектакле, посмотрев творчество наших замечательных артистов и поучаствовали в этом событии по зову сердца. На вопрос, могли бы вы повторить подвиг молодых гвардейцев, Анна Зайцева честно ответила «нет». Актриса исполняет роль Ульяны Громовой. Ульяна была 10-классницей, когда началась война. Именно она вместе с Анатолием Поповым организовала патриотическую группу молодежи, которая вошла в состав молодой гвардии. Сама Анна играет спектакль уже в 49-й раз. Особенно девушке запомнилось выступление в Донецке. Каждый раз по-новому, конечно. Мы тоже артисты, живые люди. Но хочу сказать, что с холодным носом, как говорится, ни разу не выходили. Нельзя этот спектакль выходить просто. Взять и поговорить, выйти текст, взаимодействовать с партнером. Это необычная там легенькая комедия, которую можно выйти, там, порезвиться там как-то. Материал такой сложный. И нужно еще учитывать о том, что мы рассказываем историю о не вымышленных персонажей, а на самом деле все они существовали. Эти молодые ребята, они совершили подвиг. Чтобы сыграть спектакль на улице, его пришлось трансформировать. Директор Владимирского драмтеатра признается, что «Молодая гвардия» – вещь камерная, писавшаяся не для открытых площадей. Но, по словам зрителей, ночная атмосфера на Театральной площади прекрасно подходила для постановки. Это память, которая никогда не уходит и всегда с нами. Когда вспоминаются все твои родственники, близкие, далекие. Когда просто вспоминаешь историю. И вот, а если даже сейчас именно, то вот только обсуждали героев Романа Фадеева, как мы это учили в школе. И очень многое это помним и знаем до сих пор. Это наш долг, это наша обязанность, это наша генетическая память. Мы дети, внуки победителей, и мы должны не только в этот день, а всегда помнить об их подвиге и всегда их за это благодарить. В рамках проекта «Молодая гвардия шагает по стране» спектакль планируется показать на Дальнем Востоке. А завершиться проект должен в день окончания Второй мировой войны 2 сентября на острове Русский Приморского края. Мария Котлярова, Стас Трегубов, Губерния 33.